Сегодня мы с благородной миссией посещаем Луганскую область, город Рубежная. Две многодетные семьи, Сужок и Гомерник, будут обеспечены гуманитарной помощью. Так мы помогаем многодетным семьям. Мир вам, дорогие друзья! Однажды Иисус вышел и увидел множество народа и сжалился. Моя мысль о том, что когда мы выходим из зоны комфорта, мы можем видеть боль, страдания людей. Как Иисус жалился над этими людьми, и Он говорит им так: «Вы дайте им есть». Сегодня мы здесь, в Рубежное, и мы сегодня с помощью волонтеров Украины помогаем здесь, чтобы дать людям, тем, которые находятся в беде, в нужде, особенно многодетным семьям, от которых, может быть, отвернулось правительство. Сегодня Иисус говорит: вы можете дать им больше, если вы выйдете из зоны комфорта. Аминь. Я Суржук Татьяна, мать 8 детей. К сожалению, у меня нет статуса матери-героини. Я Гомерник Наташа, мать 6 детей. Не имею статуса героини. Спасибо волонтерам, которые помогли.